Казнь производили только Entehrungsbestrafung, наказание лишением чести. Обезглавили только Кристина Панике, вот там, где кафе, ему отрубили голову в 1995 году. А так, это было наказание лишением чести. К этому Прангл или Как, к нему приковывали воришек и неверных жен. Рано-рано утром на рассвете с жорновом на шее, в сопровождении цеха золотарей, они трижды обходили площадь ратушную. Золотари дули свои дудки вонючие, били свои тазы, а падшая женщина к месту наказания вела за детородный орган соучастника своего падения. С рассветом их приковывали, с закатом их расковывали. Их можно было обличать, взывать к нравственности, но трогать руками, плевать, бить нельзя было, потому что рядом приковывали. Последний раз это наказание было здесь произведено в конце 18 века. А при Петре I здесь вошло в практику наказание шпицрутенами. Для стягания, да, был построен специальный помост вот там на подъеме, где кафешечка симпатичная, вот там вот. Приковывали тоже за орган, не? Нет, там была скамеечка, для рук были верхние кольца, для ног были нижние кольца. Японцы, они же любят селфи всякие, да? Вот они на себя ошейник все время надевают. В средние века прикасаться к этим предметам считалось страшной приметой, точно так же, как среди палачей. А Кристиан Панике, вот его флюгер, да, крест. Вот там, где стоит рикша, там выложен полукрест камнем. Пастор Кристиан Панике в 1695 году кочергой убил свою служанку. Она вынесла ему весь мозг, она глумилась им как могла вообще. Да, то она его накормит несвежей яичницей. Но кофе из вонючей воды, это было последней капли, он взял кочергу и убил ее. И сдался в магистрат, пошел и сдался. 3 часа его судили, вывели туда, поставили на колени лицом к Heiligen Geist Kirche, церкви Святого Духа, и палач отсек ему голову. Это была единственная смертная казнь на Ратушной площади. С тех пор тут варят только хороший кофе, да? Помню, что с этим бывает. Ну что, чай, кофе, потанцуем, да? Спасибо. Спасибо. Спасибо вам.